Сегодня 25 июля, воскресенье. Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер. Но у меня уже не совсем утро, уже начало 11-го. Своих я уже покормила. Им нажарила картошки с мясом, салат сделала. Они поели, пошли. А теперь я спокойно сяду и покушаю. Значит, себе приготовила овсянку. 40 грамм овсянки, 2 неполных стакана воды, 4 грамма масла. Еще добавлю туда творога 50 грамм. Вот, и заварила чай малина, смородина и мята. Весь мой завтрак составляет 230 калорий. Ну, маловато, но пока так. Вот, чай заварила, потому что я продолжаю пить лопух. Все-таки я его еще попью. Если это от лопуха мне так плохо, то это, в принципе, нормально. Значит, выходят токсины, идет какая-то реакция. Еще попробую день-два. Если не согнусь, то буду пить дальше. Всех благодарю за комментарии, что вы мне ответили. Я вчера, конечно, можно сказать, психанула. Не нужно было это все говорить, показывать. Оно, знаете, когда болеет, оно все как бы наружу вылазит. Вот, так что прошу прощения за свою слабость, так сказать. Вот. Ну, в общем, кому нравятся мои видео, подписывайтесь, оставляйте комментарии. А я буду завтракать. Скисло у меня молоко. Решила нажарить оладушек. Люблю жарить оладушки. Быстро, вкусно. Вот такая мысяка получилась. Сковорода у меня большая, по 7 штук. Наверное, сковород 5 я, наверное, пожарила. Я их не считала. Вот такие они у меня получаются. Значит, я туда яйца не била, а била только одни желтки. А белок оставляю себе. Вот иногда пишу, что я добавила белок с яйца, а где я его беру? Ну, вот так им желток, себе белок. Вот такие оладушки. А себе готовлю борщик. Ну, что, как оладушки? Играем, играем. Волшебные. Волшебные. Он со сгущенкой, конечно, будет волшебно. Если с сгущенкой что не помажь, будет волшебно. Пышные, нежные. Хотела показать, копаем потихоньку картошку. Ну, картошка неплохая, так как для нашего огорода садили мы, конечно, крупнее. Выкопали мельче. Ну, все равно. Значит, садили 3 ведра. А накопаем, наверное, 6 или 7, не больше. Ее в кусту мало. Ну, хорошо, хоть не совсем мелкая. Там еще чуть-чуть осталось. Немного грязновато, мокро. Ну, а что его ждать? Высохнет, оботрется. Вот, видите, отбросила помидоры. Все-таки град их побил. Так было не видно. А теперь, вот видите, гниют. И вот, смотрите, вот на помидоры. Вон. Такие раны. И очень много. И гниют, потому что град прошел, а потом еще 2 дня дождь шел. И гниют. Ну, ничего. Что-то и нам останется. Вон тоже, видите, раны. Сразу их видно не было, а теперь вот они все попроявлялись. Вот выкопали тут картошку. Чуть-чуть проясняется хоть какой-то этот. А так, травы я тут сопала. Помните, тут вырывала и сопала раз 5. А это вот лук, надо траву вырывать. Ой. Ну ничего, повырываем. Уже мне сегодня лучше. Лук неплохой, я вам скажу. Лук неплохой. Ну, вот видите, головки лука. Не вырвешь, не хочу. Мне хватит одной, не буду рвать. Вот такой лук. Его много. Я садила много, он родит. Поэтому урожай дает. Поэтому я сажу то, что дает урожай. Нарвала травы им. На луке. Вот такие у нас гуси-гуси. Гляньте, один белый, один серый, а один половинка. Это ж надо так точно, что один белый, один серый. 2 веселые гуси. А третий что-то так. Ну, ковыляет за ними. Едят, любят траву.
Им тут хорошо под абрикосы, не жарко. Это мне плохо, потому что у меня тут стоял стол под абрикосы, а теперь гуси тут. Ну ничего. Почти 3 часа, буду обедать. Сварила себе борщик. Ну, неплохой, но, если честно, не такой, как я варю всегда. Наверное, когда я немного себя плохо чувствую, но все получается как-то не так. Хотя сегодня намного лучше. Значит, ну, неплохой. На вкус нормальный. Значит, борща 400 грамм, 45 грамм отварного филе, 20 грамм сметаны и 40 грамм бородинского хлеба и лук крымский с Херсонской области, вот это, где мы отдыхали, привезли. Значит, получается 350 калорий обед. Уже почти 3 часа был у меня перекус. Я пила кофе с молоком и съела сыра. Довольно-таки большой кусочек, 45 грамм. Все это написано будет в описании как перекус. Если что-то мне еще захочется, я себе добавлю. Потом напишу в описании уже четче, сколько будет калорий составлять мой обед. Может, так и останется. Пока 350 калорий обед. Борщ с мясом и хлеб с луком. И заварю опять еще пойду чаек. Малина, смородина, мята мне понравилась. Попью просто чаек. На моем огороде есть не только бурьяны. Ну и вот такие цветочки. Они многолетники. Такие интересные цветут. Меленьким. Не пахнут ничем, но симпатичные. И такие вот, тоже многолетники, тоже симпатичные. Нравится. Хоть что-то радует глаз. 6 часов вечера, пришло время ужинать. Время пришло, я все поставила, посчитала, записала, села и ем. А снять не сняла. В общем, я съела, тут у меня на тарелочке было 50 грамм филе куриного с помидором. Ну, там лук еще остатки остались. Вот. И у меня творог 9%, 130 грамм, 15 грамм меда. Это я попью чаю. 370 калорий ужин. Был перекус у меня. Там я уже говорила, я ела сыр, пила кофе с молоком, еще и пряник съела, и в обед еще пряник съела. За целый день у меня получается 1310 калорий. Ну, думаю, это все на сегодня. Больше я кушать ничего не буду. Творога поем, чаю попью, на этом закончится. Так прошел мой день. Спасибо, кто досмотрел до конца. Я с вами прощаюсь. До завтра, до свидания. Всех вам благ. Самого наилучшего.